Да. Но она так чистится, по-другому она никак не чистится. Безвыигрышный вариант. А это уже, наверное, то, что кушается. Вот это кушается, вот, пожалуйста. Кушайте. Вижу я. Как... То, что вы сейчас едите, как это называется? Мне сказали, что это называется... Шишка. Шишка кедра. Шишка кедра. Или кедра в шишках. Вот это... Так должно вот... А ну ты, давайте местные, покажите, пожалуйста, как это все делается. Выйдем профессионал. Вот это да. Что сразу видно. Это тоже сибирский. Человек, который живет там, где нету кедровых орехов. Вот это сибирское варенье. Вот это, вот, я знакомлюсь с Россией. Ваня Гагуз, вторая серия. Вкусный дом. Как вы думаете, что вы едите сейчас? Как называется эта ягода? Я ее услышал, но уже не помню. Ягода... Малина. Нет. Так. Рябина, нет? А ты попробовал? Я уже второй раз пробую. Ну что-то можно. На вкус, я не знаю, что это такое. Глядя на Ваню, просто сердце кровью обливается. Ваня, кедровых орехов человек не видел. Это что такое? Это вот тоже не виделось. А что это такое? Что такое? Ваня, Дима, правильный ответ какой? Рябина. Это? Да. Брусника. Брусника? Да. Точно, вы уверены? Ну, а что из них брусника, может, а что из них другая ягода? Смешанная там. А что там есть? Ну, клюквы. Ну, другое. Другое брусника. А где, вы можете две разных ягоды угадать? Что? Вот это черное, это, наверное, черника. Это красника, наверное. Это красная. Она покраснела, черника. Ей стыдно стало. Это все смешно, конечно, а Валя посуду моет. Чего, Валя не привязана. Мы тобой гордимся. Зато я узнал, как сегодня чистят орехи и вот эти красные ягоды. На самом деле, так как Дима чистит, даже мы не чистим орехи. По-варварски. По-варварски. Белки на тебя нету. Сибирская. Ну вот, собственно, это все, что осталось. Они хоть вкусные, хоть скажите правду. Правду скажите. А есть-то можно? Козленочком не станем. Спать хорошо будешь?